Вакцинация от коронавирусной инфекции идет полным ходом, но многие все еще терзаются сомнениями. Генеральный директор группы компании «Восток Цемент» Алексей Сысоев рассказал о том, как холдинг заботится о безопасности сотрудников в непростых эпидемиологических условиях. Когда компания «Восток Цемент» состоит из 5000 человек, 5000 сотрудников, которые работают в нашей компании. 5000 человек – это, соответственно, 5000 семей. Это 15 тысяч, самый минимум, человек, которые общаются вместе. Если не заботиться о здоровье, о вакцинации, ну, это просто может быть коллапс и катастрофа. Надо уважать себя, уважать коллег, в первую очередь заботиться о своих близких. СМИ буквально пестрят самой противоречивой информацией о коронавирусе и вакцинации. Это перенасыщение вызывает еще больше вопросов. Необходимой мерой в таком случае является возможность сотрудников предприятия получить информацию от профессионалов. Для этого «Восток Цемент» организовывает встречи с представителями Центра вакцинопрофилактики, а также приезд мобильных медицинских бригад в офисы и на заводы, чтобы сотрудники могли привиться прямо на рабочих местах. Вот этот тренд, все-таки, который у нас есть в интернете, антипрививочников и всего-всего, очень сильно сбивает и агитацию, и желание людей прививаться. Только определенная положительная агитация, личные примеры наших руководителей, сотрудников, объяснение всей ситуации помогает. Время диктует свои правила. В ряде регионов нашей страны введена обязательная вакцинация некоторых трудовых групп. В Приморье такого закона пока нет, но ситуация может измениться в любой момент. Но могу вам сказать, как бы не было прискорбно, если данные меры будут приняты и у нас, в нашем регионе, в Приморском крае, нам придется нам действовать так же самое наряду с законом, потому что вся ответственность будет ложиться на работодателей за то, что мы пускаем работников непривитых. А я могу сказать, это же зарплата, это у многих ипотеки, у многих кредиты, и это не зависит от нас, от меня, как от руководителя, это будет такой закон. То есть, соответственно, чем мы можем помочь? Только организовать, чтобы максимально люди привились и пришли на работу. Если врач написал метод ввод, то однозначно справку никто не отстранит от работы. Соблюдение всех мер безопасности – это, конечно же, ношение маски, дистанции определенные при контактировании. Когда ты понимаешь, что за тобой стоит огромный коллектив, сложно не чувствовать ответственность. Рост заболеваемости может остановить работу всего цементного холдинга. В такое время руководством компании необходимо сделать все, чтобы позаботиться о своих сотрудниках. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на Восьмом.